20 жилых домов и 10 социально значимых объектов по улице Бабушкина, Трубачеева и Широких Полянского на целый день остались без воды. Причина вынужденная, но запланированная – аварийно-восстановительные работы. Ну, воды не было, нас отключили 15 минут. Сейчас пока воды тоже нет. По крайней мере, полчаса там назад не было. К аварийным работам байкальские коммунальные системы приступили утром. Заявленное время восстановления водоснабжения – 18:00. Однако уже за час до этого ремонтная бригада уехала с улицы Бабушкина. Вот сейчас только дали, буквально минут 10 назад. То есть воду уже дали? Да, вода есть. Вот, вода есть. На вопрос, во всех ли домах появилась холодная вода и не придется ли завтра жителям Октябрьского района ждать подвоза питьевой воды, в диспетчерской службе байкальских коммунальных систем ответили следующее. Сегодня было отключение холодного водоснабжения по улице Бабушкина, Трубачеева, Широкополянских в связи с аварийными работами по замене задвижки диаметром 100 мм. В 17:00 работы завершены. Водоснабжение по всем объектам восстановлено. Елена Петрова, Илья Зиновьев, Новости дня.